Либо крас. Жалко. У них, видите, ребята, они никогда не пишут фамилию, они только пишут имя, да? У нас в школе всегда подписывали имя и фамилию. Папа тоже первый раз пробует. А мне не нравится. Доброе утро. Васечка уже оделась. Темно, смотрите, еще. Еще темно на улице. А? Тепло. Каролина у нас сегодня в школу не идет. Некому вести, представляете? Некому ее отвезти. Написали одной маме, с кем вот она учится, с одной девочкой. Вот, она нам не ответила, еще не прочитала сообщение. Мы хотели, чтобы она Каролину по пути забрала. Но она не увидела сообщение. Папа на работе, на автобусе я не смогу отвезти. Поэтому сегодня сидим дома. Не знаю, кто это. Гномик какой-то. Как его зовут? Это... Нельзя. Ты смотришь, что это? Бэби Йода. Йода? Бэби Йода. Вот такой вот малыш Бэби Йода. Который Боньке нравится очень. Нравится, да? Нельзя. Ксюша уже в шапке и уже все. И зубы чистит в шапке. Соскучились по школе? Нет. Даже ни капельку. Ни капельки. Так, все? Планы поменялись? Позвонила мама девочке и сказала, что она заедет за ней, да. Макс, давай вставай. И потом она тебя домой привезет, я тебя буду ждать на остановке. А кресло? Не знаешь, что такое остановка. Подожди, еще рано. Так, нам тут посылочка приехала. Мне так кажется, здесь футболки, либо краска. Но мне кажется, скорее всего, это футболочки, да. Потому что я так много красок не заказывала, чтобы это пришла. Или... Чтобы в такой коробке. Да, это футболки. Белые футболочки, чтобы делать тай-дай. Для дома. Сделайте футболку, будьте дома находить. Или спать в ней. Да? Пойдем покажу кое-что. Наши тыковки смылись. Я знаю, я уже видела? Нет. Почему стерлась краска? Надо специальный. Так это же акрил. Блин, я думала, акрил не смоется. Обидно. Обидно. А сейчас я покидаю венда. Надо было их тогда не ставить под дождик. Блин. Наверное, есть такой специальный, ну... Я думала, акрил не смоется. Да, ну, есть такая специальная эта штука. Жалко. Жалко, очень жалко, что смылось. Мы так старались. Мы сегодня два раза. Нет. Каролина сегодня не идет два раза, потому что некому везти. Почему? Потому что сегодня мама ее одноклассницы не сможет в обед, она не едет. Потому что не едет она. Ух ты, это печенюшка? Да. Ее можно съесть? Да. Вкусно? Пахнет. Кто тебе подарил? Это я делала. Как это ты делала? Ты сама делала? Нет. А тебе дали печенюшку, а ты сделала веревочку, да? Да. Так, мы уходим в школу. Знаешь что? Там холодно. Холодно. До четырех? Нет. А, Ксюнь, до трех. У меня спорт. Объектив-то не нужно трогать. Ляпайте, ляпайте. Я не трогала. Как сегодня? Нормально день прошел? Нормально? Очень быстро. Очень быстро. Учитесь хорошо. Не знаю, как включать. Тут есть мира, como yo juego. Я не знаю, как включать. Дай. Подожди, все, подожди. Все. Да, я играю. Вчера у меня была большая стирка, сейчас достирываю. И нужно сложить вот это все белье, Каролина. Ты складываешь свою одежду, хорошо?
You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting the deep space. Тебе нужно порядок навести на столе. Смотри, какой у тебя бардак на столе. Крыль. Кроватку заправить. Да? Давай. Ты же у нас умеешь? Заправляй. Хочу сегодня еще перебрать одежду и достать теплое. Вот здесь вот есть кофточки, которые уже маленькие. Ксюши, Каролина, давай тебе посмотрим, может они тебе как раз будут. Вон, не тебе это. Мне кажется, это будет тебе как раз. Ну-ка. Да? Чуть-чуть рукава длинноватые. Еще вот эта вот Ксюшина кофточка тоже. Мне кажется, ей можно уже носить. Ну, вот это, наверное, большая будет еще. И вот это, помните, да? Ксюша с Маргаритой носили кофточки эти. Вот. Ну-ка, иди сюда. Хорошо. Немножко рукава длинные, но ничего страшного. Вот этот пакет у нас с одеждой, которую мы должны отдать. Там маленькая одежда, старая. У нас есть специальные контейнеры. Мы туда складываем вот эти пакеты с одеждой, а потом их отправляют, в общем, как гуманитарную помощь. А вот этот чемодан у меня... Я знаю, что он с одеждой, с теплой. Только я не помню, тут моя или девчонок. Это чья кофточка? Это Ксюшина кофточка. Я не знаю, будет она ее носить или нет. Будет она ее носить или нет, я не знаю. Ну, в общем, придется достать и у нее спросить. Большая. Угу, большая. Вот тут сильно открыто, холодно будет. Эту мы пока оставим? На следующий год. А те померяй. Так, это Ксюшина кофточка, это Маргаритина кофточка. Ксюша ей покупала. Это тоже Маргарита. О, это тоже Маргарита. Это тоже Маргарита. Ой, как красиво. Да, это вообще-то я носила эту кофту, но... Покажи. Она мне коротковата. Покажи. Ты кофточку будешь носить эту? Она тебе как раз еще? Да. Ну, посмотри. А с чем ты ее будешь носить? Ты же у тебя только да, толстовки одни. Мы... А, да. В клеточку, которую? Да. В клеточку, да. Угу. И другие красные штаны, которые ты мне купила. Завтра надо в школе сделать. Вот это завтра и это завтра. У них, видите, ребята, они никогда не пишут фамилию. Они только пишут имя, да? Угу. У нас в школе всегда подписывали имя и фамилию. А у них пишут только имя. И вот это. А если будут, допустим, два мальчика с одинаковым именем? Значит, надо. Фамилию. Да. Или букву, да, просто от фамилии? Да. Угу. А мы всегда писали, каждую тетрадь подписывали. Имя и фамилия. А здесь только имя пишется. И это, которое задали нам, надо вот сделать. Вот это. Это. Так много? Это. Они заметили, что ты подстриглась? Не все. Не все? Ты же на каникулах подстриглась. А я сейчас буду мыть кухню. Хочу все помыть, все полочки. Все хочу помыть. А? Завтра, я не знаю, папе скажешь, папа посмотрит, что у тебя там. Так, все, отходи. Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. На других телефонах почему-то не получается установить Just Dance. Это старенькая версия, это не новый. Сейчас Макс потанцует, потом ты. Маргоша пришла. Уже 4 так быстро? Точно, уже 4 часа. Я, как всегда, снимаю на телефон Маргариты, потому что у них камера есть, которая отдаляет, как она называется, в общем. Отдаляет. Привет!
Я твоим телефоном пользуюсь, ничего? Снимаю. Все помыла, все вытерла, все блестит. И сейчас буду готовить кушать. И все опять ляпать. Вот так вот. Помыла кухню и тут же готовить надо. Вытяжку я тоже мою. Она моется. Вот здесь, по-моему, она уже помылась, да. Уже помылась. Ой, там горячо. Чистенькая теперь. Две хорошо отмылись вот эти. А одна какая-то непонятная. Я хочу ее порочистителем. Сейчас вот эти тут какие-то. Засорилась она, не помылась. Все-таки я решила делать голубцы. Вот, отвариваю. У меня капуста осталась. Она уже стала пропадать, вянуть. Поэтому я решила голубцы. Ой, что мне кипит. Сильно голубцы сделать. Я рис уже отварила. Мясо, фарш у меня есть. И хочу цветную капусту в кляре пожарить. Садись куда хочешь. Мне нужно было в тарелке поглубже накладывать, я в плоские. Я забыла совсем, что бульончик туда надо наливать. Вы такое не ели раньше, разве? Нет. Правда, я не готовила. Ксюша, сядь нормально, кушай. Что, стула нет? Вон стул стоит. Папа тоже первый раз пробует. А мне не нравится. Потому что капуста невкусная. Она очень жесткая и кислая, не сладкая. Не знаю, для меня невкусно. Так как я знаю, какой должен быть вкус, а они едят первый раз, им нравится. И папе тоже нравится. А мне не нравится. Капуста какая-то горьковатая, жесткая, листья толстые. Я больше не буду покупать. Не буду делать. Прям листья резиновые. Хотя я их готовила, варила. И плюс потом еще в духовке они готовились. Ну, самое главное, вам нравится. А я буду просто подлив есть. Померила кофточки как раз? Будешь носить? Вот это хорошее, тепленькое, как раз сейчас прохладно. Я еще хочу такие убить. Только она скатывается, да? Каточки да. Тут. Вот эту померила? Да. Это, кстати, моя кофточка. Я тоже Маргарите отдала. Я ее носила. Но она мне немножко коротковатая получается. Ее нужно носить либо с длинной рубашкой. Знаешь, носят же рубашки с таким свитером. Но рубашки у меня нет. А без рубашки слишком коротко. А Маргарите нормально. Вот тоже сейчас тепло. Это H&M XS размер. Вот это мы дарили. Ксюша дарила. Будете в этом году опять себе подарки покупать на Рождество? Да. Как в прошлый раз календарь делать. Адвент-календарь друг другу. Оно получается как худи. Мы просто резиночку заправили в штаны. И вот так немножко расправили, и все. Получается как худи. Даже так прикольней, да? А то оно как платье длинное. Как-то не это. Странновато. Все решила, пойду так завтра. Все решила? Да. Ну, молодец. Пока. 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 Все, пока. Не, не так да. Дурно.